Здравствуйте, друзья, вы на канале Sim Racing From Zero, с вами Борис, и еще одна гонка ежедневная. Отвыкли мы уже от них, мы все время катали ФИА. И тут все, я не могу, я был вторым, я был, пола нет. Проигрываем мы. Три десятки. Мы уже могли, в принципе, сделать, да, но, блин, все никак не может, круг собраться. Может пойти на альтернативную тачку какую-нибудь, но я не знаю. Ничего не хочется вначале плестись на полных баках еще и с этой жесткой резиной. Вот здесь у меня проигрыш. Делаешь ты? Пин летучий. Четвертое место. Бороться можем. Это все перемешано. Цешники тоже какие-то быстрые. Что значит, чувак? Плохо пройти поворот. Это, наверное, на харде. Легко приближаюсь, что-то я. Да ну не нафиг, это вот вообще. Да что это такая система штрафов, идиотка. Я даже не коснулся никого. Ну просто вообще, 2 секунды штрафа дать. Это почему так происходит? Я просто его обогнал. Неплохо как, а? Ехали.
легко оделся, что ли? Надо шпилить, 5 секунд отыгрывать. Да что тормозит ты пораньше, дура? Что такое Боря, дурак-то, а? Регулярно здесь выигрывает, ага. Что со мной не так, а? Штраф дадут. Класс. Нано. Видишь, приближаются еще, да ну нафиг это вообще? Это одни нервы. Такое. На что рассчитывал? Ну, 7 секунд, второе. Ну, я даже ни одного чистого круга не прошел. Иду. Грек, что там? Попутал, что ли? Начинаем догонять. Интересно. Остался бесплатный пит-стоп.
Что я сделал сейчас? У меня второй раз глюк вот на этом повороте. Так, ну-ка, попробуем рискнуть. Еще один круг. Взяли пит. Как изношенный, не свежий. Здесь внимательно надо. Прощаем. Давай, дорогой, ты стоп. Не буду так сказать меня нагонять. Так, давай, Буря, не облажайся. До финиша 4 круга.
Данил остановился. Обрадовался? Да, сам обрадовался. Да ты чё? Она на софте. Так, собраться надо. Кайся. Ну вот, держать. Круга. Не так улетел. Ух! Здесь секунд, можно ехать спокойно, ребят, спокойно. Ослабимся. Где-то вот не надо сейчас было рисковать так. Очень рискованно. Так, на последний круг.
как мне раньше не нравился этот Dragon Trail, так вот сейчас у него все хорошо идет. Да, вот на этих, на прототипах, формулах у меня темп был просто великолепный, как у оплюсников. Да, есть победа. Я думаю, что я не допустил бы этого британца. Фу, есть он. Слава богу. Со штрафами. Хорошо. Да. Ежедневные гонки давно мы не выигрывали. Очень давно. То есть практически весь этот кусок сезона. Только были ФИА и все. Я ждал, я смотрел, я думал, там будет какой-нибудь СПА там или карты. Я бы, да, или Сузука какая-нибудь, я поехал бы, а там вот эти вот все. Россия первая. Победа. Какая там у меня победа? У 93-я, на самом деле, у 4-я. Ладно, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до встречи, всем пока. О, красиво. Здесь Шумахер и Мальборо машина такая же.